Всем привет! И сегодня мы забираем артефакт из Бульбы. Как бы хреново это ни звучало, но тем не менее. На локации стартовой, вот тут ваше Залесье, есть вот здесь вот, вот прямо здесь. Здесь он, этого маркера не будет, пока вы его не найдете. Здесь вот такое болотце есть. Здесь вот такой вот пульсирующий пузырик. Если вы начнете к нему подходить, то вы будете терять здоровье. То есть, он, если он увидит вас и будет затягивать, то, как видите, ну, то есть вы в зоне поражения, и он будет вас затягивать, вы будете терять здоровье. Но! Если вы будете прятаться полностью за какими-нибудь предметами, а-ля вот, вот этими бочками, то здоровье теряться не будет. Ну, то есть, вы просто делаете, когда он начинает дышать, передвигаетесь, все, вы за камнем, оно вас не дамажит. А, собственно, ваша задача приблизиться к этому шарику как можно ближе. Вот сюда. Это лучшая точка, чтобы забрать этот мяч. Просто вы можете здесь сидеть хоть до бесконечности, оно нас дымажит здесь не будет. Вот. Оно, собственно, выдохнуло. Подбежали, схватили. И умер. Подбежали, схватили и умерли. Класс. Так, ладно, на этот раз дерзить не будем. Опа. Я тут уже пару раз умер. Что-то не прет с этим мечом. За камень. Он почему-то, когда анимация включается, он сразу у меня засасывает. Либо я не успеваю, либо не имею в виду анимация подбора. Так, что за машина? О, ошибись. Короче, не дожидайтесь, пока он там руками это схватит, иначе вы помрете. Там мгновенная смерть, если попадаете в этот шарик. Вот, странный мяч. Один из легендарных измененных предметов, о которых сталкеры болтают у костра. Детский мячик, неожиданно тяжелый. Кажется, что пока он экипирован, пули в бою причиняют меньше вреда, особенно если стоять на месте. Неплохо. Забрали. Ну, на этом, собственно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, удачной игры. Увидимся. Пока-пока.